Зашибись. Зашибись, точно. Ломаем кухонный пол. Дверь у нас поменена. А тут зашибись. Нам что, в тапках приходится ходить? Придется в тапках ходить. А зачем? Угол заделали. И еще вот эту часть заделали. Осталось чуть-чуть. Осталось вот. Заложили до конца пол. Теперь осталось линолеумом застелить. Заштукатурим, закрасим. Да-да, я вам заштукатурю, закрасю. Будет лучше, чем было. Натяжной потолок будет. До. Так вот стало. Господи. Стелим линолеум. Все, ремонт закончили. Это клей еще не убранный. Это потолок. В общем, так. Так, доброе утро. Вот мое отсутствие кухни. Сегодня мне начнут делать кухню. Поэтому снимаем для истории, как было и как станет. Ну и вот итог новой кухни. Тут, где холодильник, посудомойка стояли. Шкаф такой огромный. Ну, там как раз духовки нету еще. Занято. Тут холодильник. Там еще дверь не доделана чуть-чуть. В общем, вот такая вот кухонка получилась. Маленькая, 20 квадратов.